Все мое почтение, друзья. И вот сегодня, 27 марта 2022 года, стало известно, что у США появилась такая вот статистика, проведенная на канале NBC News, где идется речь о том, что 8 из 10 американцев боится, что в связи с войной России против Украины просто поднимутся цены на газ. А 7 из 10 американцев уверены, что Джо Байден не справится с теми вызовами, которые готовит ему Владимир Путин. Еще 8 из 10 американцев считают, что ядерная угроза реальна. А как вы смотрите на вот этот социологический опрос? Это показывает, что даже общество Соединенных Штатов Америки слабо, не говоря уже о самом Джо Байдене. И вот такая Америка, на ваш взгляд, может противостоять вот этой поехавшей с катушки России во главе с Путиным? Напишите ваши предположения и мнения. Я лично считаю, что Запад в своем вот этом потребительском безумстве просто ослаб до предела. Там нету стержня. И, увы, для нас всех мыслящих людей мы оказываемся один на один с вот этим безумцем Путиным. А вы как считаете? Напишите в комментариях ваше мнение.